нашей стране. Так, еще раз, номер 43. 1624. 1624. То есть ремонт уже закончен, а ваш начальник вообще знает о том, что с садиком находится все это? Ну, конечно. И он не закапывает, да? То есть как бы ведет так долго ремонт? Ну, понимаете. А регламенты проведения работ какие? Вы опять у кого спрашиваете? Мне как начальник скажет, так я сделаю. Технику когда дадут... Я знаю, что вы, я ни в коем случае не вам скажу, да, но я просто обязательно позвоню, потому что, извините, чтобы не повторить того, что было, предположим, когда это было 11 января, да, то есть вот эти сейчас очень большие проблемы с трубами, да, то есть вот этими проводами, когда люди просто сварились, это еще ладно, а просто здесь мне что страшно, то что здесь детский сад. Извините, я ни в коем случае не хотела вас там ничего, нет, да, нет, просто ничего, как бы тоже вы должны понимать, это как отцы, как просто да, простой понятно. Народ. Спасибо, всего доброго.